Да. Это больше шутка. Такая. Курьез получился. А малко да се пошегуваме. Да. У нас дистанция больше, у нас тут люди сидят 5 метров, 10 метров, можно поближе немножко сесть. Не се беспокойте, наша дистанция е повече от 2 метра, тя даже 5 и 10. Тема моей проповеди сегодня... Темата на моята проповед днес... Я сразу скажу, пока на проекторе не высветились слова... Докато том, излезат что... думите в превод на мултимедията... Сегодня у нас после служения состоится членское собрание церкви. Членское. Днес след службата ще имаме събиране на членството на църквата. Да, и я хотел попросить членов церкви обязательно останьтесь, надо будет буквально 10-15 минут поговорить. И аз моля членовете на църквата, които са, да останат, за да поговорим. Да, на очень важные для нас темы. Да. Тема сегодняшней проповеди «Сила созидания». А темата на нашата проповед днес е силата на изграждане и богатството на надеждата. И богатство надежды, да. Я хочу открыть первое место, которое написано в послании к Ефесянам, 4 глава. С 11 стиха мы, как всегда, выставим на проекторе на болгарском языке, вы можете читать. Это ворви вече българския превод на экрана. Да, а я прочитаю на русском. И он поставил одних апостолами... Кто поставил? Он, Иисус Христос, наш Господь. Аминь. Других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения. То есть для чего все делает Иисус Христос? Для совершения святых, для дела служения, для созидания тела Христова. Это самое важное. Цель Евангелия – это созидание тела Христова на земле. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. И дальше. «Посему я говорю и заклинаю Господом», когда апостол Павел вот так пишет, он ставит нас перед клятвой. Когато апостол особенное. Павел говорит така, той не дава да бъдем внимательны, нечто да. Към клетва. Да, он заклинает нас Господом, Иисусом Христом. Той просто така не заставя, буквально не заклева. Чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распусту так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. И смотрите, 20 стих, как интересно, говорит апостол Павел. И сега вижте нечто много интересного в 22 стих. Но вы не так познали Христа. И этот стих, он говорит о том, что уже в те времена были люди, которые не так познали Христа, неправильно что-то поняли. И той говорит за нечто, това, че по това время хората не така разбираха Иисус Христос. Они услышали весть о Христе. Те чуха весты за Христос. Но не позволили Богу просветить их души, их сердца. Но не помогнаха Иисус, Святия Дух да просветли душите им. И продолжали поступать, как прочие народы, по суетности ума своего написано. И поступваха така, както язычниците поступваха суетно по умовете си. Будучи помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божией. Да, и бяха чужди на Божий живот. Но мы не так познали Христа. Но не така познахме Господа. Скажи так, я не так познал Христа. Не така познахме Господа. Не для того, чтобы мне оставаться в прошлой жизни. И жить еще хуже, чем язычники. Да не станут, че да живея по-лошо от това, което беше преди в живота ми. Дальше апостол Павел пишет, 21 стиха. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились». Вот это очень важно. Не только услышать о нем, но в нем научиться. Так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях,
а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Аминь. Вот наша цель и тема моей сегодняшней проповеди, она именно о том, что как это сделать. Вот последние проповеди, они касаются нашей практики. А последняя проповедь была за практиката, как да практикуем. А сега малко по-различно. Да, как реализовать на практике. Как да реализируем на практике това, което знаем. Чтобы наша природа, она реально обновлялась. За да може нашата природа да се обновява. Первое то, что апостол Павел советует. Первое нечто, което апостол Павел не советва. Это что-то старое отложить. Да отложим, да оставим нечто старое в нас. Древнее все прошло. Защото предишното, старото премина. Теперь все новое. Всичко вече стана ново. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. И така, да оставим назад образа на стария човек. Это так написано в послании к Ефесянам. Така е написано в Ефесяните. И вы знаете, я вот сегодня в большей степени о том, как нам правильно давать поддержку друг другу. И днес в днешната проповедь искам да ви дам как един с друг да се поддържаме в този живот. В чем сила созидания? В какво се съдържа силата на назидаването, по-точно изграждането? Да. А може и може още един превод. Съзидаването. Съзидаване. Да, съзидаване. Точно, да. И вот, вы знаете, ветхая натура, ветхая природа, она больше настроена на то, чтобы разрушать. И знаете, как е устроена старата ни, човешката ни природа? Тя е посоката е все нещо да разрушава, да сгромолясва. В Адамовой природе включен механизм саморазрушения. Саморазрушение. Адамова природа. Адамовата природа е какво? Саморазрушение на практика. Да, то есть человек согрешил и был отчужден от Бога, и начался процесс саморазрушение. И в какво се състои? Съгреши, получи своята човешка природа и постепенно започна да деградира. И наша ветхая натура, она больше направлена на то, чтобы что-то поломать на самом деле. И наша човешка природа е такава, че все нещо да преломи, да причупи, да щупи буквално. И мы на самом деле, когда мы жили в этом мире без Бога, и когато се живеехме в този свят без Бога, мы могли замечать о том, что в основном тенденции безбожных стран это направлено на то, что они сами себя разрушали. И всъщност всичко беше тенденцията, беше сами себе си да разрушаваме. Если мы посмотрим сегодня на страны третьего мира, то есть весь третий мир, он сегодня находится за нижней чертой бедности. Да, и ако погледнем така към третия свят, какво ще видим? Все по-низко и по-низко там на хората, които живеят в това място. Мы все помним, с чего начался Советский Союз. Всички ти помним, как започна Советския Союз. Он начался с того, что церкви начали ломать, разрушать. Да, и какво започна там? Първото нещо, което беше да разрушават, да разсипват християнската църква. Очень многих пастырей расстреляли, убили, посадили в темницы. Много от хората, от служителите бяха разстреляни, убити. И жизнь на протяжении вот этих лет, 3-4 поколения проклятия на самом деле. И какво се получи? Така, като погледнем в процес на толкова години, няколко поколения са под проклятие. Кто-то может вспомнить, ой, как хорошо мы жили во время Советского Союза. Някои си спомнят, ох, как добре живеехме в Советския Союз. Но на самом деле это был тотальный контроль. Да, но всъщност това беше тотално. Контроль. Беше тотален контрол. Следени. Мы даже понимали, что мы живем в каком-то страхе подсознательном. И живеехме постоянно в някакъв страх. Постоянно кто-то следил. Постоянно някой не следеше. Постоянно какие-то доносы. Постоянно някакви си доноси. Если кто-то не соответствует системе, он просто в какой-то момент исчезал. И този, който не харесва на системата, буквально исчезваш. И вы знаете, вот в чем еще Адамова природа проявляется?
И още в какво можем да видим проявата на Адамовата природа? Вот, это может быть прозвучать немножко так, даже как-то так страшно. Может быть, прозвучит даже страшно. Я даже на себе до сих пор отмечаю такой факт. Аз даже до сега, до този път, до това време мога да отбележа един факт. О том, что когда меня спрашивают о ком-то. Когато ме питат за нещо. О моем брате, знакомом, приятеле старом. Когато ме питат за братята, т.е. за семейството, за приятели, за някакви стари познати. И как у него дела? Как са при него нещата, как върви живота му? И мне все хочется сказать по-старому о том, что, ну, да что там, неудачник какой-нибудь. И искаме се така по-старому да отговорим, и какво там, неудачна работа. Что-то у него там не получается. Нечто там не се получава при него. Что-то он пытался там делать. Той се опитва нещо да прави там. Вот у меня все хорошо. Ну, виждаш ли, в мен всичко е добре. А у него как-то не очень. А при него не совсем. Вот такое желание сразу человека как-то вот так опустить куда-то, унизить. И това е една такава настройка да кажеш нещо за човека, и то обязательно означава да го пренебрегнеш, да го унизиш. И что я с этим делаю сегодня? И какво правя аз с това днес? Сегодня я прекрасно осознаю, что это прежний образ жизни ветхого человека. И веднага осъзнавам, че това е моя образ на живот, така начин на живот от миналото ми. Я сознательно отслеживаю это. И аз така внимателно разследвам това. И говорю про себя, я не буду ругать брата или сестру, или своего старого знакомого. И си казвам на себе си, не, аз няма да ругая, няма да пренебрегвам и обиждам брата или сестрата. Я не буду возвышать себя за счет унижения какого-то другого аз человека. Аз няма да се издигам за негова сметка, да бъде унизен. Моя новая природа, она призвана подымать человека. Моята природа, сегашната ми природа е настроена на това да се привдига човек, да му се помага. Она призвана поддерживать. Тя е призвана, тази природа, да поддържа човека. Я бы хотел сегодня, чтобы мы посмотрели один короткий ролик про силу поддержки. Аз искам да видим сега едно клипче за силата на поддържането, на поддръжката. Этот случай произошел в Японии. Това се случило в Япония. С маленькими детками. С малки дечица. Но Иисус учит нас смотреть, будьте как дети, ибо таковых есть Царство Божие. Да, и ние като дечицата, и ние сме в Царството Божие. Мы на примере детей, вот этих детей японских. Ето тези японски деца. Можем увидеть сегодня силу поддержки. Можем да видим силата на тяхната поддръжка. Да, можно клип включить? Хайде да включим клипчето. Да. Только звук, пожалуйста, не сильно. Ако обичате, не толкова силно. Мальчик, может быть, кто-то видел этот клип. Мальчик пытается перепрыгнуть через препятствие. Ето момченцето се опитва да мини преградата, препятствието. Чуть-чуть погромче, можно? Хайде малко по-силно, ако обичате. Вторая попытка. Опять не смог, не получилось. Втори път и пак не можа, не успя. Этот барьер нужно перепрыгнуть, не задевая ног. Трябва да прескочи така, че с кръка нищо да не докосне. Мальчик уже начинает плакать. Момченцето започва да плаче. Третья попытка. Третий опыт. Я как вот тренер в прошлом. Я в прошлом тренер. Аз като така тренер в моето минало. Я могу так сказать, что этот мальчик, по идее, не должен был перепрыгнуть это препятствие. Аз мисля... Он не должен был перепрыгнуть это препятствие. Според мой опыт, той като че ли няма да успее. Но смотрите, что сейчас произойдет. Виждате какво става в момента. Вот сила поддержки. Силата на поддържането. Поддръжката как се извършва. Весь его класс встал, окружил его, и они... Ето го той. Провозгласили победу. Те му казаха, ти ще победиш. Возложили на него руки. Сложиха му ръце на него. И полетел на шарел. И полетя. Слезы радости теперь уже. Сълзи, но вече на радост.
Я бы хотел просто через этот клип показать, насколько велика сила поддержки. С това исках да ви покажа колко е силно, колко е добро да се поддържаме. Поддръжката. Можете нас сегодня поддержать? Я хочу сказать о том, что я проповедовал в разных залах, в разных городах. Трябва да ви кажа, че съм бил в много зали, в много градове. Где-то легко проповедуется. Където много лесно се проповядва. А где-то очень тяжело проповедуется. А някъде се проповядва много тежко. И какая разница? Зал, где даются хорошая поддержка. И хайде да видим разликата. Там, където тежко се поддържа, няма поддръжка буквално. Там тяжело проповедовать. Да? Там е тежко да се проповядва. А там, где даются хорошая поддержка. А там, където има поддръжка и то добра. Там проповедуется очень легко всегда. Там да се проповядва е лесно. Я думаю, что это характер Христов. Аз мисля, че това е Христовият характер. Я приехал в Одесскую народную церковь. Аз посетих Одеската народна църква. Большая церковь. Голяма църква. Я вышел на кафедру, меня пригласили проповедовать. И те ме поканиха да проповядвам. И я смотрю, огромный зал, все на меня смотрят с таким напряжением. И аз гледам една голяма зала, и всички ти така на мене гледат. И как раз начался карантин. Карантин. Коронавирус. Начался. Да, току-що беше почнал карантината на коронавируса. Я смотрю, что вот такое напряжение прям. И аз виждам това напряжение в залата. Я говорю, не смотрите на меня, как на китайца, который принес вам коронавирус. И аз, разбира се, се пошегувах, как не гледайте на мене, като на китаец, който ви е донесъл коронавируса. И такой смех в зале. И така се размя залата. И потом они начали мне аплодировать. И разбира се, започнаха да ръкопляскат. И проповедь была очень сильная. И проповедта беше много силна. И Бог просто благословил эту церковь. Господ благослови тази църква. И, потому что эта церковь на самом деле умеет давать очень хорошую поддержку. Защото тази църква умее да дава поддръжка. И вы знаете, я хотел сегодня привести некоторые примеры, как Иисус Христос дает нам поддержку. Аз искам днес да ви дам няколко примера, в които Иисус Христос дава поддръжка, това поддържане. Мы эти все места эти знаем. Тези места ги познаваме. Но все равно я еще раз хочу прочесть это место. Ну, още веднъж искам да ги прочита. И это написано в книге Откровения. Това е написано в книгата на Откровения. Во второй главе с первого стиха. Вторая глава от первый стих. И здесь написано, Иисус Христос, обращаясь к Ефесской церкви. Тук е написано обращението на Иисус Христос към Ефеската църква. И говорит, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю твои дела и труд твой, и терпение твое, и то, что ты можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаюсь. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Аминь. Аминь. Я, конечно, не буду читать все послания к церквям, к семи церквям всего. Аз няма да чета днес всичките послания до всяка една църква. Но как мы знаем, что Иисус Христос всегда начинает обличение с чего-то хорошего. Но ние знаем, че когато той, нашият Иисус Христос започва изобличение, винаги започва първо с доброто. Я сегодня немножко скажу о конструктивной критике. И днес аз ще говоря за тази критика, но тя е конструктивна. Да, о продуктивных обличениях. Така да се каже нещо като продуктивно изобличаване. Вот Иисус Христос, Он очень продуктивно обличает. Той, нашият Господ, много продуктивно изобличава. Потому что вначале Он дает очень мощную поддержку, говорит о хорошем. Защо? Защото той в началото дава едно добро поддържане, една поддръжка добра. Говорит, и после. Да, то в тебе хорошо, что у тебя есть вера. Той казва, в тебе това е доброто, виждам вярата ти. А ты веру сохранил. Ти си сохранил вярата. И так далее, и тому подобное. И потом уже он может сказать какие-то вещи, которые нужно исправить.
Но после той посочва нещата в нас, които трябва да бъдат примахнати. В двум церквям он не говорит ничего плохого, говорит только хорошее. В первые две церкви видим, что... Не первые две церкви, всего двум церквям. Только двум церквям он говорит только хорошее. Да, на вторые предпоследние. Да, на втората церква и на предпоследната той дава доброто. Только одна поддержка. Само една поддръжка. Только поддерживает. Само да се поддържат. И вот это природа Христа. И това е природата на Христос. И в конце всегда Иисус Христос дает нам очень мощную надежду. Надежду. И винаги в края той дава една мощна надежда. Сигурна надежда. Он обещает, что побеждающему дам вкушать от древа жизни. Да, и той казва, че този, който победи, ще му даде дървото на живота. Побеждающему имя его запишу в книгу жизни. Този, който победи, името му ще бъде записано в книгата. Побеждающий сядет вместе со мной на троне, как и я сел на троне да, своем. Да, този, който победи, ще бъде заедно с мене на трона. И Иисус Христос дает свои обетования, обещания. И по този начин Иисус дава своите обещания. Обещание Иисуса Христа – это всегда есть «да» и «аминь», так говорит Писание. И какви са обещанията? «Да» и «аминь» в Писанието. То, что Иисус Христос обещает, Он всегда исполняет. Това, което Той обещава, винаги го изпълнява. Я прочитаю послание к предпоследней Филадельфийской церкви. А сега ще прочита предпоследното за Филадельфийската църква. Это наш период. Това е нашия период. С переходом в Лаодикийски, последний период. С подход, с преминаване в Лаодикийския период. И это третья глава 7 стиха. И това е третата глава от 7 стих. И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты не можешь, ты немного имеешь силы, сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Сейчас это происходит, по-болгарски правильно, година искушения, да? Которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. И опять надежда. Побеждающего сделаю столпом в храме моего, Бога, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь. Вы знаете, Аминь, да, вот это послание Филадельфийской церкви. Послание на Филадельфийской церкви. Это на самом деле послание к нам сегодня. Това е всъщност посланието, което е към нас, съвременици. Что происходит вот в этот период? Какво е характерно за този период? Апостол Павел пишет в одном послании к римлянам, о том, что Израиль тоже спасется. Той говори особенно за този момент, в който Израил ще бъде спасен. Когда, и он говорит, это пророчество на наше время, когда войдет полное число язычников. Той говори, че когато се изпълни пълното число на язичниците, тогда и Израиль спасется. Тогава Израил ще се спаси. И в этом послании говорит Иисус Христос о том, что иудеи придут и поклонятся нашему да, Богу. Да, и точно за този момент тук пише апостол Павел, че самите иудеи ще дойдат и ще ти се поклонят. Когда иудеи увидят о том, что Вселенская Церковь в составе всех наций, народов поклоняется тому же самому Богу, единому Богу. И когато израилтяните, евреите видят цялата тая световна Вселенската Църква, тя в едно идва и се поклоня на единствения Бог в Вселената, они тоже поклонятся этому Богу. Те, иудеите също ще се поклонят. Придет признание Иисуса Христа как Мессии.
И тогда ще дойде истинското послание, признание, истинското признание к Иисус Христос. Да. И последнее место, которое сегодня хочу открыть. Последнее место, которое днес искам да открия. Это написано послание к римлянам. То се намира в Римляни, посланието към Римляни. 15 глава. 15 глава. С 13 стиха. От 13 стих нататък. И немного я просто повторю вот эту мысль. Пак ще повторя тази мисъл. Ветхая природа, она пытается разрушить. Старата природа е това, което иска да разрушава. Даже здесь в Болгарии есть такая поговорка, что если кто-то полез наверх, то обязательно его стащат за ноги вниз. Даже има такава поговорка в България, нали, че който се стреми към върха, той обязательно ще се срине надолу. Да, я не знаю, как она точно звучит, но что-то да. Примерно так. И это, опять же, прообраз ветхой нашей природы, это постоянно разрушать и унижать. Да, старата природа е това, да разрушава и непрекъснато да унижава. Поэтому у меня сегодня призыв о том, что если вы видите в себе, ну вот что-то такое, о том, что постоянно ругать кого-то, или там ругать власти, начальство, своего соседа, что все плохо, все отвратительно, еще, и будет еще хуже. Ну, старайтесь все вот это остановить. Да, даже ако вы самите забележите нечто в себе, си, това, постоянно да критикувате правительството, постоянно да сте недовольны, да критикувате дори и соседа, което е най-безобидното, и все негативното, и все лошото издигате, обърнете си внимание, това не е добро. Я понимаю, конечно, как прагматик, да, я тоже прагматик в какой-то области, о том, что мир разрушается. Аз също съм прагматичен, виждам, че света се руши. И мы видим это своими глазами. И това го виждаме, защото става пред очите ни. Но мы должны свой взор на другое обращать. Но ние трябва погледа си да го насочим към нещо друго. Я хочу сказать, что это факт, библейский факт. И това е библейски факт. Иисус Христос созидает свою церковь. Иисус Христос изгражда, назидава своята църква. Несмотря ни на что. На нищо той не гледа. Несмотря на то, что весь мир может будет разрушен. Независимо от това, че целият свят може да бъде разрушен. Врата ада не одолеют церковь. Вратата на ада няма да надделее на църквата. Иисус Христос будет продолжать выполнять свою созидающую работу. И Иисус Христос ще продължи да върши своето созидателно, изграждащо действие. Скажи на это аминь. Всички да кажем амин. Нам надо смотреть на Иисуса. Ние трябва да гледаме на Иисус. А не на то, что делает дьявол. А не на това, което прави дьявола. Написано, дьявол приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. За какво идва дявола? Да убие, да погуби и да открадне. Это его природа такая. Това е природата му. И эта природа когда-то повлияла на Адама и на Еву. И точно тази природа повлия на Адам и Ева. Но мы имеем новую природу. Но ние имаме вече нова природа. Мы имеем природу Христа. Имаме природата на Христос. Я прочитаю последнее место. И я ще прочита последното място. 13 стиха. Бог же надежда да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились. Вот скажи, обогатились. Хайде да кажем, обогатихме се. Ну кто не хочет обогатиться? Кто не хочет быть кой богатым? Кой не иска да се обогати? Но Библия говорит, обогатитесь надеждой. Ну какво казва Библията? Обогатайте се, но с надежда. И читаю дальше. И сам я уверен на вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, можете наставлять друг друга. Наставлять, назидать, созидать. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти, как бы в напоминание вам, по данным мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие, благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что делает апостол Павел. Он сейчас хвалится. Но кем? Иисусом Христом, его делами во Христе Иисусе. Виждам и тук как апостол Павел се хвали, но с какво? С Иисус Христос. Могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, что не совершил Христос через меня. А
Аллилуйя! Какое прекрасное послание! Не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня. Не могу докажа за нечто, усвенно това, което Христос извършил чрез мен. Давайте мы это очень внимательно просто еще раз прослушаем и запомним. Нека да го чуем и това, и да го запомним. О том, что апостол Павел хвалился тем, что совершил через него Иисус Христос. Да, той се хваля само с това, което Иисус Христос свърши чрез него, а не от него, чрез него. И церковь хвалится тем, что Бог во Христе Иисусе совершает через нас. И това важи и за нас, църквата, че Исус Христос, каквото върши, го върши чрез нас, но Той идва от Него. Делото е Негово. И опять, 18 стих. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников в вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною, вот небольшой командой людей. Апостол Павел, у него была команда примерно 15-16 человек. И вот эта команда распространила Евангелие от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Можете себе представить? Вот это исторический факт. И я уже заканчиваю. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Аминь. И вот это, вы знаете, вот прекрасная черта апостола Павла о том, что он не созидал на чужом основании, он не проповедовал Христа там, где уже было проповедано имя Иисус Христа, он проповедовал там, где еще не слышали об Иисусе Христе. Извиняюсь. Да, и видите, сколько ценно това признание на апостол Павел. Той не градеше така на чужда основа, т.е. там, където вече някой друг е проповядвал, а отиваше на абсолютно нови места. И он всегда позволял Иисусу Христу делать что-то через него. И винаги даваше возможность Иисус Христос да върши нечто, но через него самия. И Евангелие Христово утверждалось через этого апостола, через великие знамения и чудеса. И затова Евангелието се проповядваше через него, и то се сопровождаше от много знамения и чудеса. Итак, о чем я сегодня? И така днес аз искам. Вторая часть моей проповеди – это богатство надежды. Втората часть на нашата проповедь – това е да поговорим за богатството на надеждата. Очень важно обогатиться тем, что Иисус Христос обещал. Да се обогатим с това, което Иисус Христос иска да се обогатим. Если вы прочитаете внимательно послание к евреям. Ако прочитаете и то внимательно евреи, книгата евреи. 9, 10, 11 главы. 9, 10, 11 глава. Такая ассамблея веры. Всъщност това е ассамблеята на вярата. И там написано о том, что никто из святых на земле не получил обещанного здесь при жизни. И там пише, че нищо при живе хората, църкви, вярващите не са получили. Еще при жизни ничего не получили обещанного. Да. Момент. Вярващите при живе, както ние получаваме сега, а те не получаваха при живе, не можаха да видят това, което ние днес сме видяли. Все то, что Иисус Христос обещал, это нас ждет в той жизни. Всичкото, каквото е обещано, все пак нас не чака там, на онзи живот, на небето. Золотой Иерусалим. Златния Иерусалим. Золотые улицы. Златните улици. Дерево жизни. Дървото на живота. Я могу долго перечислять. И аз няма много да ги изреждам. И вы знаете, вот если бы вот, я знал, да, вот на сегодняшний день о том, что вот меня где-то ждет такое великое наследство, ну, там миллиарды. И аз, ако знам, че това, което много ме чака там, буквально миллиарды. И там уже какая-то беспечная такая жизнь, живи как хочешь. И там една такая, един живот абсолютно осигурен, обеспечен. По своей человеческой натуре я бы устремлялся туда, всей своей душой, всем. Да, и с моей человеческой натурой аз трябва да се стрема именно там, където е то. Ну что мне делать на этой земле? Какво да правя на тази земя? Меня там ждут золотые дворцы. Там ме чакат златните улицы и дворцы. Я бы стремился туда всей душой, всем телом. Всичката си душа и тяло бих се стремял там. Я, может быть, где-то даже понимаю, почему апостолы не жили долго.
С това си обяснявам, че апостолите не живяха много дълго. Они очень стремились туда. Те много се стремяха натам, защото знаеха. И они были очень дерзновенными, такими просто ревностными. Те бяха много дерзновени, ревностни, усърдни. Так яростно проповедовали Евангелие. Така и аз искам да проповядвам Евангелието. Что для религиозников они были невыносимыми людьми. За да може религиозните хора да бъде това непоносимо. Их просто убивали. Те... Всех апостолов практически всех убили физически. Като си спомним, нали, като знаем от историята, че повечето от апостолите са убити насилствено. Я думаю, что и апостол Павел, он как будто такое чувство, что он искал, как будто бы он искал смерти на самом деле. Да, и даже аз, личното ми мнение, че апостол Павел искаше тази смърт. Он шел в самую горячую точку. И той се целеше на най-горещата точка. Целенаправленно шел в самый Рим. Да, там искаше, беше целенаправлен, фокусиран. Да, не боялся суда даже у Кесаря, у самого Цезаря. Даже нито от Цезара, от Кесара той не се боеше. Не се боеше от нищо. И я даже так хочу сказать, что Евангелие прослеживает, что апостолы стремились прославить Христа даже своей смертью. И знаем всички, аз да напомня, че получава се така, че апостолите искаха със смъртта си да прославят своя Господ Исус Христос. Ну, вы знаете, у меня вот просто это такое вот сегодняшнее откровение, которое сегодня получил. Даже днес получих едно такого откровение, да допълня. Один апостол все-таки был исключением. Но имаш един апостол, който беше изключение. Он как будто бы никуда не торопился. Той като че ли за никъде не се така втурваше, не бързаше за никъде. Вы знаете, о ком я говорю? Апостол Иоанн. Говорим за апостол Иоанн, любимия. Любимый ученик Иисуса Христа. Иисус Христос. И такое чувство, что ну, вот он прожил, по историческим фактам, он прожил больше 90 лет. Според така исторически преданията, той е живял повече от 90 години. А среди всех учеников он был самым молодым из апостолов. А сред всичките апостоли той беше най-младият. Он был юношей. Той бил буквално юноша. Возможно, ему было где-то 15-16 лет. Може би 15-16 години. И прожить такую долгую христианскую жизнь. И да преживееш такъв един дълъг християнски живот. Ну, примерно его стаж около 80 лет христианская, такая тяжелая христианская жизнь. Да, да преживееш 80 годишен християнски живот и то какъв живот, тежък. И Иоанн, почему ты никуда не торопишься? Почему ты не торопишься на небо? И ми се иска да го попитам, защо, Иоанн, ти не бързаш там, към небето? И знаете, какой ответ? И знаете ли какъв отговор получи? Потому что Иоанн был самым богатым из апостолов. Ну так, возьму дерзновение так сказать. Иоанн се счита, че бил един от най-богатите между апостолите. Почему? Защо? Потому что ему не важно было где находиться. За него не беше важно къде ще се намира. Он уже был на небе. Той вече беше на небето. Находясь на земле, он уже был на небе. Макар че той беше на земята, но всъщност той е бил на небето, както. Да, самое большое богатство было то, что он Бог был всегда с ним рядом, очень близко. Най-голямото му богатство беше Исус Христос да бъде до него така плътно. Иоанн развил с ним самые близкие, тесные взаимоотношения. Иоанн успя да разви най-тесните, най-близките, най-сърдечните взаимоотношения с Исус. И для него было важно, он прекрасно знал одну истину. И той знаеше прекрасно тази истина. Чем больше мы совершим на этой земле, колкото повече свършим на тази земя, для Иисуса Христа, за Иисус Христос, тем больше награда мы будем иметь там, на небесах. Толкова по-голяма награда ще имаме там, на небето. И самое главное, что мы должны сеять на этой земле, и най-важното, което трябва да правим на тази земя, это дарить людям надежду. Да дадем на хората надежда. И безграничную любовь. И безкрайна любов. Иоанн был апостолом любви. Иоанн беше апостола на любовта. В его Евангелии от Иоанна мы можем открывать для себя Иисус Христа как Бога любви. И в Евангелието на Йоанна ние можем да видим това, че Йоанн беше, в него беше любовта. Евангелието беше любов. Апостол Иоанн пише больше всех о любви.
о любви Иисуса Христа, о любви Бога Отца. Да, любовь к Иисусу, любовь к Бог Отец. Евангелие на любовь-то. Я верю в то, что это был очень богатый человек. Аз вярвам за това именно, че той беше много богат човек. И вы знаете, что вот церковь призвана демонстрировать на этой земле? И знаете ли, за какво е призвана църквата да прави, да демонстрира, да показва на тази земя? Церковь призвана к тому, чтобы являть здесь Царство Божие, власть Царства Божьего. За да покаже какво представлява Божието царство, царската власть. Церковь должна создавать атмосферу Божьей любви. Църквата е длъжна да създава атмосфера, състояние на любов. Призвана к этому, по крайней мере. Тя е призвана именно и точно за това. И вы знаете, вот на этой неделе меня спросили, в Бургасе это было, задали мне несколько вопросов. И в тази седмица, която отмина в Бургас, ми зададах един въпрос. Вот, как Бог вот исцеляет, как вот сделать так, чтобы церковь совершила очень много чудес? Зададаха ми такъв въпрос. Как да виждаме това лечение, как църквата да върши повече чудеса? И вы знаете, на самом деле, то, что мы считаем чудесами, и всъщност, това, което ние считаме за чудеса, мне пришел вот такой ответ. На мен ми се даде един такъв отговор. То, что для нас чудеса, това, което за нас е чудеса, для Бога не являются чудесами. За Бога това не е чудеса. Для Бога это естественно. За Бога това е съвсем нормално, съвсем естествено. Например, у Бога нет времени. Бог няма време. У Бога есть вечность. Бога има вечность. Написано, у Бога тысячи лет, как один день. Написано е, хиляда години са като един ден. И один день, как тысячи лет. И един ден е като хиляда години. Там на небесах, в Божьем царстве, нету больных людей. Там на небесата хората не боледуват. Там нет бедных людей. Там няма бедни хора. Там нет умирающих людей, там нет там смерти. Там няма хора, които да умират. И там нет старых людей. И няма стари хора. Там есть только молодые, да, като Нели. Нели Момиче. Няма стари хора, като мен. Обратно. Там няма стари хора, като мен, а има само млади. И поэтому задача церкви какая? Мы создаем своего рода воронку. Воронку. Как? Фуния воронка. И там се создава нечто... Не, мы создаем. Да. Мы церковь, мы создаем здесь определенное такое мощное присутствие. Здесь, на земле. И получава се така, че ние тука, на земята, създаваме нещо като фуния. Атмосфера Бога. Атмосферата на Бога. Мы открываем святая святых для людей. Отваряме, запознаваме хората със святая святих. Посредством того, что знакомим людей с Иисусом Христом. И се стараем да покажем, да свържем хората с Божията любов, Христовата любов. Люди, входя в эту атмосферу, получают исцеление. И когато хората влезат в тази атмосфера, т.е. в тая фония, или мгновенно могут стать богатыми людьми. И могат веднага да станат и богати хора. Или могут даже воскреснуть из мертвых. Даже може да се получи възкресение от мъртвите. И люди воспринимают это как чудеса. И хората го възприемат това като чудо. Но это не чудеса. Но това не са чудеса. Это всего лишь прикосновение к Иисусу Христу. Това е само едно съприкосновение, един... Допер. Един допер до Исус Христос. Понимаете, о чем я говорю? Знаете ли какво говоря? Кто-то... Не чудо, а допер. Женщина, которая болела 36 лет, только прикоснулась одним пальчиком. Жена, която 36 години е болетувала, само с едното пръстче и така се докосна и... И думала так, что если я только к нему только прикоснусь, к одежде его, к одежде. Само да отида до него да се докосна, и даже не до него, а до дрехата му. Я получу исцеление. Я ще се излекувам. И она получила. И го получи. Ну, знаете, что сегодня хочу сказать вам? Знаете ли какво искам днес да ви кажа? Мы не призваны жить прикосновением. Не сме призвани ние днес само ей така до допер, до съприкосновение. Мы призваны обитать с Иисусом Христом.
Ние сме длъжни да обитаваме в Исус Христос. Более того, обитать в Нем. И повече от това, да бъдем буквално в Него. И позволять Ему жить в нас. И да Му позволяваме Той да живее, да ни изпълва. Скажи аминь. Хайде да кажем амин. Пусть в нашей жизни не будут просто какие-то отдельно взятые чудеса. Нека да нямаме само такива отделни чудеса. Для нас это должно стать нормой. За нас това трябва да бъде норма, нещо обикновено, естествено. Потому что у Бога нет болезней. Няма, в Бога няма болести. Апостол Павел пишет, смерть, где твое жало? Къде ти е жилото, смърте, както казва апостол Павел. И ад нам не страшен. И не се страхуваме от това. Нам нечего больше бояться. И няма от какво вече да се боя. Слава нашему Богу. Слава на нашия Господ. Мы что-то сегодня получили? Днеска научихме ли нещо? Если у кого-то есть сегодня желание помолиться за исцеление, да, что вот, ну, просто получить что-то от Господа, давайте мы вот сейчас прямо за это помолимся, коротко. Я знаю, что Иисус Христос прямо сейчас здесь. Просто войдите в Его славу, просто войдите в Его присутствие. Има ли някой, който се нуждае от исцеление, не можем сега направо да се помолим, защото Иисус Христос е между нас и ще го получим. Обретите Его совершенный мир. И така, изпълнете се с Неговия мир. Попросите у Него, и Он даст вам. Поискайте този мир, и Той ще ви го даде. Потому что кто ищет, тот всегда находит. Защо? Защото който иска, винаги намира. И кто стучит, тому всегда отворят. И който чука, винаги му се отваря. Давайте мы помолимся. Хайде да се помолим. Склоним наши сердца. Иисус да Христос. Преклоним нашите нозе пред, на сърцето ни пред Господа. Иисус Христос наш Господь. Иисус Христос наш Господи. Научи нас жить с Тобой. Научи ни да живеем с Тебе. Не просто одним прикосновением. Не само един достъп, един допир. Ты призвал нас в свою славу. Ти си ни призвал да бъдем в Твоята слава. Ты призвал нас в свое тело. Ти си ни призвал да бъдем в Твоето тяло. Ты непрестанно омываешь нас своей драгоценной кровью. Ти непрекъснато ни измиваш чрез Твоята скъпоценна и чиста кръв. Мы кость от кости Твоей. Ние сме кост от Твоите кости. И мы плоть от плоти Твоей. И ние сме плът от Твоята плът. Ты наша глава. Ти си нашата глава. А мы Твое тело. А ние сме Твоето тяло. Кто-то руки, кто-то ноги, кто-то пальцы рук. Някой от нас е ръка, крака, палци и така нататък. Прикасайся через нас. Чрез нас се допира. Смотри через нас. И гледай чрез нас. Говори через нас. Говори чрез нас. Пусть твоя божественная природа. Нека твоята божествена природа. Она распространяется. Да се разпространява. Научи нас съзидать. Научи ни да изграждаме, да съзидаваме. Научи нас поддерживать людей. Научи ни как да поддържаме хората. Какими бы плохими они не были. Каквито и лоши да са. Да, смотреть на них твоими глазами. Научи ни как да ги виждаме чрез твоите очи. И видеть их святыми людьми. И да ги виждаме святи хора. Верующие в Коринфянской церкви. Вярващите в Коринфянска църква. И вярващите от Коринфянската църква. Ти их назвал святыми. Ти ги нарече святи. И в то же время у них такие страшные грехи были в церкви. А колко страшни грехове имаше между тях. Но ты давал им колоссальную надежду. Но ти им даваше огромна надежда. Ты всех нас долго терпишь. И нас много дълго търпиш сега. И даешь нам невероятную надежду и обетование. И въпреки всичко ни даваш една голяма надежда в живота ни. Что ждет нас на небесах? Какво ни чака там на небесата? Какая награда? Каква ще бъде наградата ни? Но эта награда будет соразмерна тому, но тази награда ще бъде съразмерна на това, что я позволил тебе сделать на этой земле.
това, което ние ще си позволим да направим на тази земя за Тебе. Мы молились молитвой согласия. Това беше молитва на съгласие. Возьми все наши проблемы. Взими всичките ни проблеми. Все наши нужды. Всичките ни нужди. Все наши болезни. Всичките ни болести. И Господь, Отче, дай нам взять это. И не позволи, Господи, да вземем това. Взять Твою святость. Да вземем тази святост. Взять Твое целомудрие. Да вземем Твоето целомъдрие. Твое вечное здоровье. Твоето вечно здраве. Силу Святого Духа. Силата на Святия Дух. Царствие Божие. Царството Божие. Все остальное приложится. И всичко останало ще ни се прибави. И мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. И се молихме в името на Отца, Сына и Святия Дух. Во имя нашего Господа Иисус Христа. В името на нашия Господ Иисус Христос. И Церковь Божия скажет Аминь. И Църквата Божия нека да каже Амин. Будьте благословенны, дайте поддержку Нелли. Бъдете благословенны.